Так, я проверю. Сейчас я буду тузиться, как господа.
5 вверх. 5. В сторону. Еще раз вправо. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Влево. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Хорошо. А теперь делаем вместе с ногой. Смотрите. Правая рука, правая нога. Раз, три. В сторону. Два. Назад. Три. Вперед. Четыре. Вверх. Пять. Теперь левая нога шагает назад и правую сторону повернула. Хорошо. Теперь левая рука сразу пошла. Раз. Два. Три. Правая нога назад и в левую сторону. Раз, вправо. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Еще раз левой рукой. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Молодцы. А теперь мы двумя руками сразу делаем. Двумя руками и одной ногой. Попробуйте повторить со мной. С правой ноги начинаем. Раз. В сторону. Два. Назад. Три. Вперед. Четыре. Вверх. Пять. Влево. Шесть. Теперь отсюда мы сразу шагаем левой ногой. Вперед. Вперед. И руки сюда идут. Раз. Вперед. В сторону. Два. Назад. Три. Четыре. Пять. Вверх. Шесть. Вправо. Запомнили? А давайте я вам считаю, вы попробуйте. Сразу руки и ноги. Начинаем с правой ноги. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. И другая нога пошла сразу. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Супер. Следующее маленькое упражнение. Немножко разомнем ножку и колено. Смотрите, ручки вот здесь. Мы приседаем, как насос у нее. Потом хоп. Оттолкнулись, поднялись.
7 на 5. На 5. Первый. Все. Теперь второй. Готовы? Теперь две ноги будем. Возгибаем по очереди. По очереди. По очереди. Так, все понятно, да? Теперь одну ножку согнули и колено к колену. Раз, цель. Бок опустились, выпрямили. Правую согнули. Право, вы сегодня в стойке, это научились делать. А теперь сидите. Согнули. Сели, перекатились. И у вас подходит. И влево, и в другую сторону. Thank you.
максимум столько лет. И вы подтягиваете. Из-за того, что кто-то что-то лишнее сказал.
А еще иногда посмотрю. Сейчас мы проверим. Есть такая штука. Свои глаза приходится называется, а у нас называется наколенничество. И если даже вы поставили вас на колени, то не значит, что вы проиграли и не значит, что вы двигаться не сможете. Давайте проверим, кто как на колени двигается. Кто одному. Ну кто на колени не стыдит? Давайте. Один я сказал. Опустил, поднял, и пятый раз, она спрятана всегда, всегда здесь спрятана. Здесь
тебе вопрос, покажу. У нас две коленки. И мы поставили ножку. И если мы коленки ставим вперед, то у нас получается. Мы разворачиваемся. Ну посмотрите, пожалуйста, 30 секунд. Лицо сюда повернитесь. Пока не услышали голову хаджиме, сидим и смотрим. Развернуться надо поменять. Другая нога. Раз. Развернулась. Поменять.